В нашем реалити-шоу «Публичный тип» для тех, кто хочет стать журналистами, накануне лавировали 33 корабля. Мелания Болтунья болтала-болтала, а у быка бела губа была тупа. Именно с помощью этих скороговорок участники проекта готовились попробовать себя в качестве радиоведущих. Вместе с редактором радио «Комсомольская правда» в Барнауле Оксаной Вакулиной и корреспондентом Иваном Алексюком ребята выяснили, что тексты для радио должны быть простыми для произношения, в них не должно быть сложных оборотов. И, конечно, обязательно размять губы и язык перед тем, как садиться за микрофон. Перед тем, как, например, новости приходишь с утра читать, и утром, особенно в понедельник, делать это сложно, потому что ничего не шевелится. Нужно для этого сделать пару упражнений, то есть, ну, это обычная артикуляция, то есть растянуть, разработать челюстной аппарат, да, там у, и так далее. То есть, и самое главное, пошире открывать рот. Заданием для участников на этом этапе стало создание небольших аудиороликов для программы «Герой дня». Ребята уже записали свои истории. Кто выйдет победителем, узнаете в эту субботу в 18:00 на нашем канале. Счастливчик получит призы от комсомолки и генерального спонсора проекта Барнаульского пивоваренного завода. Не пропустите. Здесь никто не должен.